Такое вот сегодня утро, такая вот сегодня рыбалка. В общем, ждем поклевки карася. Или я вообще не знаю даже кого. Опять, в общем, погода портится. И не клюет. Ну, раза два, может, что-то дернуло. И то непонятно. Такая вот у нас весна в этом году. Холодно. И тоскливо, словно вой вот этой собаки. Поймался у меня окунь, хотя ожидал я карася, но хоть что-то клюнуло, то хорошо. И еще один небольшой кушок, теперь на донку попался. Да, что-то карася пока не видать. Поплавок исчез, я думаю, что это опять какой-нибудь кушок. Ага, ну конечно. Что-то сегодня какая-то не карасиная рыбалка, а окунинная получается. Кроме окуня ничего я не поймал здесь. Не хочет кроме окуня ничего клевать пока. Ну ладно. Подождем еще. Ты кто? Да, поклевки нечастые. И, к сожалению, клюет не карась, а окунь. Что вызывает у меня небольшое разочарование. Почему он не берет, вообще непонятно. Вроде погода получше стала, но нету карася, нету. В общем, карася тут нет, я так понимаю. Одни окуни, блин. Как стало тихо и как стало чудно. По-прежнему карася я не поймал. Ну, все-таки надеюсь, надеюсь. Может быть, все-таки клюнет. Пока только четырех окуней поймал. И все. Зато как тихо стало, спокойно. Может быть, все-таки сегодня дождя не будет. На той стороне тоже люди ловят. Но вот почему-то вот клево как такового я не вижу. Короче, сегодня день окуня. На донку тоже он клюнул очередной окушок. Карася нет как нет. Что же сделать, я даже не знаю. Ну, наконец-то я его поймал, этого красавчика. Долго он меня терроризировал, долго. Но все же он поймался. На мотыля с опарышем. Продолжаем дальше. Наверное, донку все-таки поближе поставлю. Толку от нее вдалеке вообще никакого нет. Да, поклевки, к сожалению, очень редкие. Жалко. Ну, хоть одного карасика я поймал. И то радость. Ну, к сожалению, погода еще не радует. Сейчас опять вот тучи нашли. У меня такое ощущение, что скоро дождь пойдет. И очень-очень вяло вот на этот красный поплавок пытается кто-то клюнуть, но с такой неохотой, просто настолько вальяжно пытается там что-то сделать. Ну,
В общем, рыбу кушать не хочет. Не нравится, наверное, и давление, не нравится ей, наверное, погода. Я вот поймал окуня. Ну, конечно, поклевки тут это вообще просто ужас. Ну, настолько все, блин, неторопливо и медленно тут происходит. Как я его поймал, вообще непонятно. Даже не клевал практически. Ну, такие вот дела. Ну, вот еще и дождик пошел. Поклевки и так были настолько вялыми, что просто ужас. Сейчас пошел дождь. Ну, в общем, поклевки вообще перестали появляться. О, даже кто-то что-то повел вроде. Ну, такие вот какие-то полуподергивания, полу чуть-чуть поведет и все, и бросает. О, вы смотрите, даже что-то дергает.